вот я сейчас там стою, все, выйти как-то, я понимаю, что последний раз, выйти как-то тяжело. Я слышу его внутренний голос, как будто он говорит, ну что стоишь, давай езжай по делам своим, что встал-то? Чем там занимаешься? Давай езжай, занимайся. Разговаривает. Тяжело, когда старший уходит. И надо как-то за старшего, это очень ответственно. Не в смысле где-то в определенном месте, а вообще в жизни. Вот какие-то люди, которым являются какой-то последней истиной. Надо позвонить, посоветоваться там. Папу мама так любила, о себе совсем забыла. И поехала за папой на Урал. Так судьба распределила на Урале. Меня мать родила, помню все, хотя и был я мал. Но зато он не пресмыкался, как многие тут. Да только я и ты, да ты и я. Только мы с тобой, да только мы с тобой, да мы с тобой. Было так всегда. Один из краеугольных камней нашего рок-н-ролла, вообще всей нашей музыки, всей моей, собственно, работы. Градский был отец наш, собственно, такой духовный. Градский, я уже говорил, что когда такие люди есть, даже если вы с ними не общаетесь каждый час и каждый день, вот просто их наличие в жизни, оно успокаивает и делает жизнь спокойнее как-то и увереннее. То есть это отцы, отцы нашей, всей нашей деятельности, которой вот я занимаюсь всю свою жизнь. Градский был очень добрым человеком, несмотря на свою резкость и такую яркость большую. Он был человеком с огромным сердцем, он был очень добрый человек, и он помогал. Он реальными действиями помогал, и добрым словом, и, и своим примером. Мы осиротели все. Я не звонил, звонил Борисович. А он сидит, ему скучно, ему надо пообщаться. Ну как дела, чего? Как думаешь, пойдешь на следующий сезон? И на часик с ним обсуждение, нужно, не нужно, как будем себя вести, что будем делать, на чем будем настаивать, что спустим на тормозах и так далее. Собирал мнение наше. Сколько бы каждому не было лет. Вот. Что-то под конец часто хвалить начал. Я думаю, не к добру. Can't you see the hurt in me?
Ну, совсем неожиданный поворот. А для меня ожиданный. Вообще непонятно, что здесь происходит. Ну, вы не услышали, ребят. Все от нас зависит. Вот кто-то слышит, кто-то не слышит. Там такая боль. Слушай, я пойду покурю, не хочу. Жизнь.